Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир, и мы играем в игру Uncharted, утраченное наследие. И, кстати, глава тоже называется именно так, утраченное наследие. И как внутрь? Не знаю. Похоже, вдоль края какие-то жилища. Так что давай-ка наверх. Мы в роли Хлои. Идем вместе с Надин, все-таки скооперировались, перестали враждовать. Пробуем прыгать. Есть. Все получилось. Куда? Залезь обратно. А, здесь толпа целая, нифига себе. Где пестик? Сейчас впалят нас. Готов. Давай нормально вот так. Опачки. Кто там такой дерзкий стрелок? Есть. По мне попали жестко. Вон он. Сейчас пальнет. Не пальнет. Или кто это стрелял? Так, ладно, все окей. Теперь надо как-то перебраться. Туда, да не туда, блин. Перебрался. Так, ладно. Мы с ними разобрались или нам... Да, больше ничего не надо. Надо было просто пешком идти, бежать. Стоп. Цепляйся. И давай перепрыгиваем вот сюда. А здесь уже на твердой земле, как говорится, все будет нормально. Пока все прекрасно. Сейчас мы его... На тебе снарягу. Тихо, пока не впалили. Сейчас мы аккуратно их прибьем всех. На. Разделился. Кто еще там? Еще один где-то был. Вот он. Все четенько, быстренько и проходим. Полетел. Давай. Еще минус один. Кто-то пытается нас впалить. У него ничего не получится, смотри. Ничего не внимание, хорош. Давай, иди. А, вон он. Ну все, понеслась, ребята. Теперь уже будем по-шумному. Что, всех убрали, нет? А, вот он. Ах ты, посмотри на него. Ты что, толкаться вздумал, да? Ах ты, крепкий парень. На. Готов. А теперь разберемся. Спасибо, мне понравилось. Заберем гранату с собой. Итак. Все получается, как-никак, все круто, да? Только надо... Надо вот так сделать. Пошел нафиг! Долбаная железяка, ты чё, отвали от меня! Надин, ну-ка постреляй-ка по ней! Сейчас все кончится! Готов! Все, берем пушечку эту! Все, ребят! Теперь мой выход! Давай, кто там? Кто хочет свинца? Вон они падают! Ой, вот это опасно. Опасно. Тихо. Спрячься. Ну, кстати, достаточно быстро восстанавливается здоровье. Давай. Ну-ка, такой же идет еще один. Битва на пулеметах. Но он быстрее лег намного в этот раз. Еще кто-то наверху там фигарит. А, это больно было. На тебе. Сейчас мы его прикончим. Так, готов. Пушка без патронов осталась. Надо что-то еще взять. Ну давай такую же заберем у него. На! Получи. Хороший пулемет. Где ты там? Я тебя не вижу, чувак. Где ты стреляешь? А, вот он. Так, давай-ка возьмем дробаш, что ли, не знаю, что-нибудь другое надо взять.
Здесь уже пошел ближний бой, поэтому... Путь свободен. А теперь ищем выход. Не-не-не, возьми вот эту штучку, хорошая. Хорошая. Так, а куда надо цепляться-то, я что-то не пойму. Ну здесь мы и ходили, и бродили. Так, подожди. Там мы прыгали. А если я сюда зацеплюсь, куда это я пойду? А, вот сюда, да? Ну мы там были. Я тогда не понимаю, зачем. Зачем сюда? Вот же мы сюда просто припрыгали. Хорошо, значит давай в другую сторону. Полетели. Туда наверх, может быть, запрыгнуть. Не, давай... Давай искать, вон там дверь же была. Давай в дверь зайдем. Ну, снова к делу. Надин, давай толкай сильнее тоже. Еще разок. Сейчас пробьем, давай с ноги. Вот, четко. Ну, глянем, куда ведет. Конечно, глянем. Мы сейчас на тот балкон выйдем. Вот здесь я и хотел пройти. Опять. Только надо куда-то должен цепануться. Способ попасть в город. Так, есть за что зацепиться. Вон там надо будет цепляться. Но здесь пока просто прыжок. Просто прыжок. И поползли. Поползновения начались. Вот, а теперь можно и зацепиться. Ух ты. Да? Наверх. Ну точно. Асаф не нашел вход и сделал его сам. Как-то мало у него уважения к предкам. Асаф уважает только Асаф. А куда? А, вот с прыжка здесь надо. Все, идем дальше. Знаешь, мне жаль, что Белур спрятан от мира. Надюха, догоняй, где ты там? Вот здесь наверх. Однозначно. Сейчас мы и до входа дойдем. Наверное, один из хайсальских правителей. А сколько у них было правителей? 11. Юный король последний, правда. Что ж, его план сработал. Он спас город от леса. Так, давай наверх. Стоп, а, вот сюда надо. Только так мы могли бы запрыгнуть. Отлично. Все, теперь наверх пробираемся, на самый верх. Я думаю, что здесь где-то. А, тут цепляться надо, подожди. Своим инструментом волшебным. Так, куда дальше? Куда же дальше? Надюх, ну-ка подскажи, куда дальше идти. Я что-то не вижу, куда дальше. Погоди, может вот тут... А, вот здесь наверх можно. Поползли. Здесь инструментом. И еще выше. Вот, все нормально. Добрались. А красоты вокруг все больше. Давай красоту потом будем рассматривать. Вот черт, они взорвали вход. Должен быть другой вход. Вход взорвали, что делать? Ну-ка, осмотрите. Они хотят задержать нас. Да. Ладно, хрен с вами. Что делать? Куда идти? Где-то другой вход надо искать. А если наверх? А, вот тебе вход. Что тебе? Чем не вход? Сюда, Надин. Ну и вкус. Вот, нормальный вход. Все, зашли. Так, здесь поплавать можно. Ну вода тухлая. О, вон повстанцы бегут. Они рванули, смотри, что, а? Вот черти, а что с ними делать-то? Должен быть и другой путь. Да, конечно, есть другой путь, сейчас найдем. Или колодец, или все вместе. Так, что, в колодец надо? Подожди. А если проплыть? Тут немного глубже. Вот здесь глубже, поплыли. Так, я забыл, как плыть. А, вот, погружаемся. Только надо быстро как-то сориентироваться, куда плыть. Во-во-во, поплыли.
потому что кислорода может не хватить надолго. Но здесь эти черти будут бегать, наверное. Птички, улетайте. Так, а вот, смотри, здесь лестница. Давай, Надюх, быстрей. Смотри, мы в каком-то подземном озере. Сейчас зафоткаем. Смотри, королева и ее фрейлины. Это королевская купальня? Надо же, тут женские статуи. Женщины играли большую роль в хайсальском обществе, особенно королевы. Неудивительно, короли и мужчины постоянно где-то воевали. А женщины занимались искусством. Поэзией, музыкой и прочим. Белур, можно сказать, был их городом. А это еще что такое? Ну-ка, зацени. Что это? Деревяха какая-то. Древнее письмо на языке каннада. Похоже на поэтические строфы. Это библиотека? Похоже, да. Ну, оно нам надо вообще, нет? Это не надо нам. Давай, пошли дальше. Мы сейчас повстанцев разворотим, да, где-то барабан. Они тут бегают. Чего? Это барабан. Фрейзер, сюда. О, посмотри. Слушай, это такой же, как у тебя. Хлоя, у нее такой этот зуб или коготь, там, что там было? Бивень. Доставай свой бивень. Правители страдали за свой народ. Наверх надо его поставить. Так, давай, решайте, девчата. Вон место как раз под бивень. Доставай, правда? Историки считали, что это символ власти и могущества. Но, видимо, они не так поняли. Это был символ народа, их культуры. Символ их самих. А это что? Вот я про что и говорю. Давай, вставляй свою штучку эту. Нашла такая, выход нашла. Давай, быстрее доставай. Я уже сразу догадался, что надо сюда вставить быстро. Пока вас повстанцы не разворотили. Сейчас что-то откроется. Вот в чем прикол-то, а? Одного-то как раз и не хватало. Просто один выдернули, вытащили и все. Сейчас заработает что-то. Отец был здесь. На пороге открытия. Почему же этот болван не сказал мне? Ты же знаешь. Ради безопасности. Че, отдыхать будем, что ли? Пошли дальше. Нельзя отдавать бивенья Саву. Нет. Нельзя. Спасибо. Скажешь спасибо, если живыми уйдем. Резонно. Давай уже побыстрее выходим. Не забудь Ганеши. Видела что? Хорошо, что взяла, да. Так бы никуда бы вы не попали нафиг. Вот сюда надо. Сюда. Великолепно. Великолепно. Сейчас нафотографируем. Великолепие спрятано от мира. Как мы туда попадем? А вот как? Это уже другой вопрос. Как мы туда попадем? Ну, наверное, просто вниз. Да? В воду же можем просто прыгнуть? Как ты думаешь? Погнали. Вот и все. Прыгай. Тут глубоко. Так, теперь надо здесь где-то вход искать. Надо за что-то цепануться и наверх залезть. Только где?
Только где? Так, может быть, пос... А, вон, смотри, вон я вход нашел. Здесь просто проплыть надо. И нырнуть. Давай, ныряем. Заросли. Блин, а как тут между корней-то этих проплыть? Ну, давай быстрей, потому что кислород кончается. Вы чё, девчата? Надо быстро делать это. Давай, 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 шустрей. Реально кислорода уже не хватает, все. Хорошо. Хорошо получилось, ладно. Вон туда наверх можно залезть, вижу. И вон там побывать. Ну-ка. Сейчас давай сюда сначала сгоняем, посмотрим. Потом вернемся на то место. Здесь что-то лежит. Хорошо, что я зашел, это сокровище. Так, что там дали? Что дали? Песочные часы эпохи Сатавахана. Забираем. Хорошо, пошли. Здесь нужно наверх аккуратненько. Сейчас залезем, все будет круто. Все будет зашибенно. Надюха, за мной давай быстрей. Пробираемся наверх. Здесь какие-то рукописи прямо на стене, на скале. Да, или что? А, это просто ширкач. Так же кто-то лазил здесь и просто поширкали все. Окей. Ладно, вот здесь наверх. Правильно, инструмент доставай, и все, и четко наверх прыгаем. Дальше. Стоп, стоп, стоп. Вниз не падать. Вниз не падать. Но надо осмотреться и подумать, как нам еще дальше куда продвигаться. Я думаю, или какой-то крюк, или по стене где-то надо прыгать. Так. В принципе, в теории можно вон туда запрыгнуть. Да, наверное, так и получится. Просто за камни она будет цепляться. Давай, прыгай. Опа. А, вот оно что. Ладно, ползем наверх. Вошла первой, спасибо. Пожалуйста. Все четко. Вон Надюха прыгает. Вообще молодец, даже не боится ничего. Знает куда, уже как будто бы. Чуть не упал. Так, ну давай еще зафоткаем. Вот этот видок. Все нормально? Не, ну тут правда красиво. Просто надо привести голову в порядок и... Эй! Эй, ты что делаешь? Раз! Какого черта? Господи, какого черта? Вот коза. А, не умничай. Зачем она это сделала? Так, ладно. Поплыли опять проплывать это все дело. Ну, коза же, да, получается, все равно. А, стоп. А где я? А, наверх надо вон там лезть, я забыл. Зачем она это сделала? Сейчас я ее скину оттуда. Ладно, только мне добраться до тебя. Сейчас доберусь. Приходится еще раз проходить. А здесь я уже не допрыгну, наверное, да? Ну давай. Оп. Нет, нормально все получилось. Так, Надюх, ты где? Смотри, сразу же сбежала, короче, испугалась. Сейчас я тебе покажу, блин. Все, я за тобой слежу. Сейчас я тебе тоже подляночку какую-нибудь сделаю. Привет. У вас прекрасный город. Статуи кругом. Так, Надюх, ты где? Пойдем, я все прощу. Она что, уже ускакала? Ох ты, ничего себе, какой полет. Так, птицы, подвиньтесь, я быстрее сюда зацепился. Так, идем куда? Ну давай, опять за фотоаппарат берется она. Все ей тут нравится. Фотографии сохранены. А может нырнуть можно здесь, а? Точно. Не, давай сначала вдохни нормально воздуха. Неужели Надюха уже ускакала, а? Так быстро все. Поплыли. Нормуль. Тут все затопило. Все затопило. Куда, куда плыть-то? Пойдет. Не, а куда плыть-то теперь? Все затопило. А.
Давай нырять еще раз. Раз, два, три, ныряем. И куда? Куда ты хочешь, чтобы мы поплыли? А, стоп. Вон туда, наверное. Мы оттуда приплыли с другой стороны, а теперь надо сюда плыть. Давай. Здесь узко совсем. Осторожненько. Осторожно. Ползем. В уши вода попала. Это мерзко. Сейчас бы полотенце. Давай уже не до полотенца, потом высохните. Итак, еще один город. И куча статуй опять. Видишь? Ох, какая красотища-то. У меня уже нет слов. Лопни мои глаза. Подойдет. Что это вообще за место? Тронный зал. Место, чтобы припрятать драгоценный бивень. Хорошо бы. О, здесь что-то есть. Я вижу там лестницу наверх. Но она почти вся сломана. Надо как-то подняться. Сейчас поднимемся. Кинжал бичва. Забираем. Кое-что поняла. Но я догадываюсь, что нам скоро нужен будет диск. Именно. Ну, пока не найдем Асавы, делать нечего. Или он не найдет нас. Так, а куда и как нам подняться? Подожди. Надо обойти стороной и посмотреть. Я вот вижу, что можно вон там скакать, прыгать. Вот туда сначала залезть надо. Вон, я увидел, где можно залезть. Пошли. Надюха, пошли, не скучай там, пошли быстрей. Вот сюда залазим. Сейчас путь легко найдем, сюда, смотри, раз и все. Сюда, быстрей. Давай наверх по лестнице. И дальше еще выше. Ага, что-то получается. Вот, давай крутанем. Ну, давай, покрути. Это рука у него или что, нога там отодвигается? Может, это из-за размера статуи? Но я только сейчас заметила, что... Так, одно готово. Здесь что-то может бежать, или вода, или что? Это Васуки, царь нагов. Эти существа принимали форму королевских кобр. Это символ контроля над страхом и смертью. Кобра — это вообще моя любимая змея. А у меня нет любимых змей. Смотри, наверху еще колесо. Что это там, наверху? Не все сразу. Хорошо. И я припалил еще вот с той стороны колесо. Так, давай за Надюхой. Надюха все шарит и хорошо, везде все знает. Что теперь? Нужно сделать что-то еще. Только бы понять, что именно. Ну-ка, смотри, здесь что-то есть в центре. Как это открыть? Наверное, вот это и надо наполнить водой или чем-то. Окей. Давай, Надюх, иди вперед, я за тобой. Как ты предлагаешь здесь? А, можно просто прыгнуть. Прыгаем. Ну и наверх, наверное, надо забраться. Раз уж тут лестница есть, значит все хорошо, просто лезем наверх. Стоп, а здесь больше-то идти-то и некуда. А, вот сюда. Смотри, я нашел выход. Оп, нет, вернись обратно. Вот здесь залезть надо. А че, почему не цепляется-то? Надюх, подсади-ка. А, вот здесь, значит. Ага. Вот и колесико, вон еще одно. Хорошо, этот мой. Погоди, мы сколько колес покрутили? Мы вообще что-то... Вон там еще одно мы не покрутили. Опускаем барабан Шивы. Давай, опускай. Барабан Шивы опущен. Пошли еще вон то колесо крутанем. А что происходит? А, Надюха крутанула уже. Теперь мы сможем здесь спокойно перепрыгнуть. Пошли. Отойди в сторону. Прыгай на барабан. Это не песочные часы. Это барабан.
Давай наверх. Мы куда-то поехали. Хорошо, спокойно. Так, тихо, 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 тихо. Куда? И все в порядке. Давай прыгаем. И наверх поползли. Взглянем, что наверху. Во, надо включить. Повернуть, и все будет, окей. Вот и вода пошла. Надо повторить с другой стороны. Ну да. Я подожду здесь. Не вопрос. В смысле подожду здесь? А что там с другой стороны? Еще как что сделать? Куда прыгнуть? Погоди, я могу вот так? А, я поручу прям. Тихо-тихо, так разбиться можно. О, есть. Что-то слишком распрыгался. А, куда? Как пройти? Как через руку через эту пройти? В принципе, я почти переп... А, нет, вот так нормально. А, куда теперь? Надо вон то колесо крутануть. Только как мне на него забрать... А, я понял. Вот сюда, по руке. Да-да-да, сюда. Быстрей. Зацепись. Вот, все. Я думал, сейчас упаду уже. Все получится. Сейчас по руке туда допрыгнем. Ага. Прямо по курсу еще рычаг. Давай, наверх. Крутоника. И вон там наверху колесо или что там. Сейчас вода пойдет скоро уже, да? Мы сейчас залезем. Нет, тут статуя оживает. Я так и подумала. Так, а как сейчас? Воу, пора идти. А как мне теперь залезть-то на нее? Я что-то не совсем понимаю. А, вот, полезли наверх, наверное. Что-то там сверху можно прыгнуть. Вот, все хорошо, видишь как? Только надо зацепиться. Оп! Быстрей, 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 быстрей! О, нет, 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 все, надо было быстрее просто это делать. Все ясно. Пока тормозил, пока я думал как... Ну давай быстрей. Все, успеем сейчас. Вот сейчас так пройдем. Так, цепляться надо за нее. Цепляйся. Вот, виси пока. А теперь надо наверх. Спасибо. Ух, как высоко-то, а. Ух ты. Отсюда мой дом. Давай на веревочке полетели. Да, раскачаться надо. Да хорош, а, прям боком ударилась. Все, раскачивайся как следует. И прыгаем. Давай наверх. Все, сейчас здесь воду запустим, все будет отлично, давай. Молодец, Хлоя. Хорошо. Конечно, хорошо. Вот и дверь открылась. Ну, все, Надюх, пошли дальше. Посмотрим, что наверху. На каком верху, куда залезть-то? А, вот сюда, пошли. Получилось? Сейчас узнаем. Еще колесо, смотри. Сейчас что-то мы запустим. Ну, нажимай, давай. Смотри, что происходит сейчас водой, реально. Ну, как я и говорил, водой сейчас нальем это все. Зальем все это дело. Да. И, смотри, лазер. Третий глаз Шивы. Свет падает вон на ту статую. Свет падает на статую. И что-то спускается, сейчас мы это узнаем. Все, полетели. Сальцы хотели что-то спрятать. Они подходили к делу серьезно. И давай цепляйся. Все получилось. Так. Что там с этой статуей-то? И что теперь?
Давай развернем, куда она будет светить. Штука, что она держит, это призма. И в чем прикол-то? Погоди, она как-то направляет, что ли, свет? Куда она должна направить? Там вон еще одна такая статуя. Ну-ка, подожди-ка, я не вижу. Свет направляется, нет? Не особо. Он должен пройти через призму, то есть куда-то попасть в какой-то момент определенный. Вот так, что ли? Во! Смотри, куда направить можно? Стоп. Там нету статуи, прикинь, с той стороны. А, и в эту сторону направляется. Вот. Надо вот так оставить. Чуть-чуть, может, повернуть? Не. Назад. Сейчас мы к той статуе пойдем. Все, отпускай. Вроде верно. Ага. Так, теперь другие две. Другие две. Где две? Там, по-моему, разрушена та вторая статуя. Ладно, сейчас решим. Ну, в том месте со статуями и топорами. Ты сказала, бог троицы. Три конца у трезуб. Две делятся на три луча. Давай развернем так, чтобы все попало на нее свет. Получилось? Еще. И куда она будет светить-то? А, вон еще статуя, смотри. Надо, значит, ту сторону еще повернуть, чтобы она на нее нацелилась. Вот так. Куда-то наверх бьет. Ладно. Свет бьет в статую, но ничего не происходит. Так, а с той стороны, смотри, есть что-то, нет? Сейчас я пробегу. Там же тоже луч света идет. А там статуя разрушена. Стоп, надо, значит, вот по этой статуе, то, что она ушла наверх, надо с ней что-то решить. Быстрее туда. Сейчас мы направим этот свет куда-то, куда нужно. И произойдет волшебство. Так, давай, прыгаем. Ну, давай лезь быстрей. Вот с этой статуей что-то нужно сделать. А, ее подкатить можно, да? Статуя не на том месте. Погоди, а куда она должна светить-то? Она должна вот в этот попадать. Верхний отражатель. Стоп. Тогда нам надо луч перенаправить маленько, потому что он бьет-то сейчас в никуда. Возвращаемся к этой статуе и еще раз пробуем направить свет. Давай ее крутанем. Так, в какую сторону? Нет, в другую сторону. Направляем. Нет, тормози. Тормози, тормози. Сильно не двигай. Вот так, аккуратно. Во! Ну, почти же вышло. Да как так-то, а? Ну, блин. Почему так происходит? Почему так резко двигается? А если я с другой стороны попробую покрутить? Стоп, ну почему не получается-то? Она прям до упора стоит. Светит она вот сюда. Может, чуть-чуть подвинуть, просто ту статую надо тогда. Все, пошли еще раз попробуем. И оп, давай быстрей. Цепляйся, все получится. Мы ее сейчас чуть-чуть подвинем. Куда она бьет? Вот сюда куда-то лупит. Ну еще, 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 еще. Двигай, двигай, двигай. Вот под луч ставь. Все, попали там, нет? Ясно. Так, теперь куда луч ушел? Нам что надо, опять вернуться туда? Ну-ка, Надюх, сообрази, что надо делать. Мы же все вроде сделали, пошли. Теперь она лупит обратно. Полетели. Погоди, сейчас раскачаюсь получше. Оп. И где-то здесь она... Подожди, свет-то куда ушел? Я что-то ничего не пойму. Свет бьет куда? А, вот в центр этой штуки и зеленым сюда
Все правильно получилось? Я что-то не пойму. Что надо еще сделать? Ну-ка, давай там, может, статую надо как-то восстановить. Мы здесь вот не были еще ни разу. Давай статую на место, просто надо ее поднять, и все. Вот черт, это сломано. Придется самому кто-то... Ну-ка, давай, будешь стоять. Держать. Погоди. Сможешь? Ага. Давай, держи. Сейчас что-то произойдет. Вот, ты великолепная статуя. Давай уже, эта штука тяжелая. Ага. Сейчас мы тебя повернем. Держи, ты крепкая. Так, подожди, подожди. Я еще пофотографировать хочу, подожди пока. Правда? Правда. Ладно, фоткать не надо, давай поверни как надо. А, стоп, вон свет бьет. Надо статую, значит, там теперь выставить. И все получится, сейчас мы радугу соберем. А как ее толкнуть-то? Подожди, а, может, с этой стороны? Вот, давай, пододвигай. Смотри, сейчас дверь где-то откроется по-любому. Так, сработало. Сработало. Что, можно отпустить? Нет, погоди. Не, пока не отпускает. Сейчас я пройду, потом можешь отпускать. Погоди, еще секундочку. Какого фига, а? О, нет, нет, нет! Держись! Жить буду! Бежим! Ну, быстрее залезай наверх! Все, я бегу! Все, четко получилось. Надо только валить. Есть. Блин, я взял оружие, это такое... Помповый этот. Да нафиг, иди отсюда, а. Дурачок. Давай другой возьмем. Не взял, да, другую пушку? Вот это пойдет. Блин, опять я ее взял. Так, Надюх, куда идти-то? Быстрее соображай. Куда чего пробираться-то? Где она? А, вон она побежала. А где открылась-то? А, вот дверь там. На, получай. Тихо, тихо, тихо. На тебе тоже еще. Ой, как близко это было. Так, давай пока пистолетом. О, подожди, этот на меня налетел. На. Стоп, с этим надо вот так. Готов. Сейчас мы его заберем, что у него там было. Где выход-то? Куда бежать? Надюха, справляемся, нет? Толпа целая идет. Ах ты, блин, а. Получи. Вот этот дерзкий вообще. Типок. Все, разобрались, быстрей. Где Надюха-то, куда убежала? А, вот она стоит. Все, побежали, что здесь стоять? А там еще один. Ай, блин. Патроны перезарядить надо было резко. Давай, 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 пошли. Ах ты, чувак, ты что делаешь-то? Готов. Вот этот дерзкий. Все, не попадет по нам больше. Так, кто еще? Да погоди, че, почему пистолет уже пошел? Стоп. Давай-ка УЗИшку возьмем. Может, уже надо к ним туда прыгануть, а? Давай решим с ними там. Ух ты! Тихо, тихо, тихо. Надюха, цепляемся. Держи меня. Да как так-то, а? Сейчас раздавит. А что не так пошло, я не понял. Или все нормально? Вот, мы выбрались.
Подумать только, живые, а я уж прямо заволновался. Идем. Вас уже ждут. О, Сэма за что-то бьют. Он вас не выдал, как я не уговаривал. Сэм! Господи. Ух ты, кто пришел. Бедный. Ничего, он слабее бабы. Да что ты. А ты, значит, сильнее бабы. Может быть, проверим. А она как сюда попала? Ты послал за помощью. Вот помощь. Да. Должен признать, ты весьма хитроумна. Сперва украла диск, потом подослала эксперта водить меня за нос. Так ловко? Индийская кровь в тебе и правда есть. Ну да, не буду спорить. Куда это мы? Ну, закончим начатое. Встаю, встаю. Что ж, на один раз. Захлопни, пожалуйста. А ты отлично выглядишь. Ты не понял? Куда это нас ведут? Что за вонь? О, ты уж извини, мне тут давно не выпадала возможность принять душ. Из всех, кому можно было обратиться за помощью... Она не раз спасла мою шкуру. А ты часом не забыла, что она не раз пыталась продырявить шкуру мне и Нейту? Будем честны, это намерение было у вас взаимно? Да, но не в этом дело, а в том, что как только мы расслабимся, она вгонит нам в спину нож. Между прочим, я все слышу. Знаю! Я верю ей. Знаешь что? Ладно, я просто немного зол, что столько усилий потрачено впустую. Ну, тебе-то к этому не привыкать. Ох ты! О, вот здорово, спасибо. Нашли время, девки. Могу добавить. Давай после уроков. Поторопись. Зловеще. Опять головоломка очередная, да? Очевидно, это последнее испытание. Ну, мы тут уже не нужны, так что мы лучше пойдем. О, наоборот. Ты знакома с мифом? Видишь? Шива дал Парашураме топор, который тот обрушил на Ганешу, и поверг сына Шивы, одного из величайших богов, на колени. Еще одна жертва войны. Нет. Ты же понимаешь, что он все равно нас убьет. Он прав. Но откажись. И они умрут на твоих. Че, офигел, что ли, совсем? Медленно. Ладно. Хлоя, стой! Поехали! Посмотрим, что тут у нас. Так, и что произойдет сейчас? Да пошел ты нафиг, ты че? Че делаешь? Так, а что надо сделать? Тут ничего. Ты нарочно медлишь. Нет.
Что надо сделать-то? Я не пойму, вроде мы вставили тут. Тебе нужен стимул. Эй! Че, дурачок, что ли? Посмотрим, что тут у нас. Или дверь открылась? Ну-ка, давай-ка. А, вот что-то. Картина, вот как должно быть. Парашурама. Парашурама и Ганеша. Что теперь? Так, теперь крутануть надо. Хлоя, не вздумай выполнять его требования. Тихо. А, надо покрутить, сделать картину. Так, это большой круг вращается. Сейчас мы соберем. Как-то так. Что-то как-то так примерно. А, вот с этой непонятно. Видишь как? Надо сначала тут совместить. Так, маленькую повращать. Во, вот так как-то должно было быть. И начнем с большой сейчас еще раз. Так, большая, потом это. Теперь эту повращаем. Вот сейчас должно совпасть как-то прям, должно по-любому. Стоп, верни. Вот так и вот так. А что не совпадает-то? Вроде... А, их еще... Все, я понял. Я понял. Получается, надо, чтобы все это крутанулось и вот так встало, как картина. Вот так. Все получилось, смотри. Он уступает. Он упадет. Тихо. Ганеша. Ну и препятствия ты оставил мне на пути. Так, что теперь надо-то сделать? Поменять руку, закончить. А какая рука-то? Я что-то не понял. Хлоя, ты уверена? Я не знаю, правда, что надо сделать-то, какая рука? А, стоп! Все вниз должно смотреть. Передвинуть руку. Не-не-не-не-не, верни обратно. Вот эта рука вниз должна быть. Как там по картинке-то? А какая из картинок-то должна получиться? А, вон он стоит. Все вниз. Все руки вниз опущены. Все руки опускаем вниз. Он уступил. Конечно, уверены. Все. Закончить. Есть. Тихо, повезло, просто повезло. Ты живая? Живая. Ага. Вот неожиданность. Охренеть. А так бы башку отрубили просто и все. А? Я не понимаю. Это идиома. Потому что ты все перепутал, дружок. Ганеша сам позволил ударить себя топором. Это просто бред. Уж для тебя-то наверняка. Просто Ганеша мог одолеть Парашураму в легкую. Но тогда великий топор Шивы был бы пустым даром. Этим Ганеша защитил честь своего отца. Даже она поняла. А ведь в ней нет индийской крови. Он великолепен.
Ну, чего притихло? Могу подсказать, куда его засунуть. Ну, друзья мои, я бы рад убить вас сам, но не стоит гневить богов. Все же вы принесли мне великий дар. И как ты с нами поступишь? Затопит зал водой. Я буду скучать. Да ладно, а без этого вообще никак? Ничто в этом мире не погибает, но возрождается вновь. Давай ты просто нас пристрелишь. Ну да. Пока вода поднимается к ноздрям, у вас будет время подумать о своих деяниях. Может, в будущих жизнях вы исправитесь. Ура. Вот козёл, а. Не знаю, как вы, а я сейчас очень сожалею о многих своих деяниях. Ой, не говори. А уж как я мечтала еще разок надрать тебе зад. Ну, знаешь, я тоже не в восторге от перспективы потонуть рядом с тобой. Слушайте, вы заткнетесь, а? Я пытаюсь думать. Что ты делаешь? Ловкость рук и никакого мошенства. Ха-ха, да! Так, замок надо открыть. Ой-ой-ой-ой-ой. Есть. Теперь меня. Сейчас. Давай быстрее, открывай всех. Ну, быстрей. Глубокий вдох, давай, открывай. Есть. Давай Сэма теперь спасай. Ё-моё, отмычка уплыла. Где она? Ну-ну-ну, давай-давай-давай-давай-давай, ломай. Есть. Все быстро поплыли наверх. Ура, выплыли. Все получилось. Нормально? Конечно, все нормально. Отлично. Пора бросать курить. Прячьтесь. Нас видели? Надеюсь, нет. Где Асаф раздобыл вертолет? Наверное, у покупателей. В смысле? Он говорил про встречу в железнодорожном депо, что-то про оружие. Он продаст бивень. Ценитель древней культуры. Эй, погоди секунду. Я хотел сказать спасибо, что... Профессиональная вежливость. Ну да. Так что, мир? Нет. Конечно, мир. Чё нет-то? Поспешим и можем успеть перехватить бивень. Сейчас перехватим. Ха, а вот и транспорт. Они плохие. Вон, железная дорога. Тормозим. Все, пойдем пешком дальше. Асаф уже расставил дозорных. Лучше перестраховаться. Да, да, да. Там и потеряем бивень. Тебя никто не заставляет. Я просто ты... к тому, ладно, что ладно, может... Ладно, ладно, ладно. Меньше слов, больше дела. Вот именно. Столько времени... Все, всем спасибо за просмотр, ребята. Поставьте лайк видео, подпишитесь на канал. И всем удачи, всем пока.